Диета для ленивых сохраняйте. Перед каждым приемом пищи вы должны выпивать по 2 стакана, не меньше, ровно 2 стакана чистой воды. И через 15 минут можно уже есть. Также обязательно не пить во время еды ничего и после ее окончания еще ровно 2 часа. Как пройдут 2 часа, можете выпить любимый чай, кофе, только без пирожных и тому подобное. Так как получается, что вы не выпили 2 стакана до приема этой пищи, и поэтому нельзя. Главное правило водной диеты для ленивых – это 2 стакана воды перед каждым приемом пищи. И так получается, за 15 минут до еды пьем 2 стакана, а после еще 2 часа ничего не пьем. Данная диета творит чудеса, попробуйте. Японская методика лечения водой безвредна и очень полезна. Обязательно сохраните это видео и поделитесь с друзьями. Доказано, что основная масса болезней возникает вследствие нехватки воды. В Японии очень важно выпить воду после пробуждения каждое утро. Методика вылечивает головную боль, ломота в суставах, болезни сердца, эпилепсии, ожирение, диабет, заболевания глаз, болезни уха. Делюсь с вами рецептом, как моя подруга сбросила 1 кг за 3 дня. Также этот способ хорошо очищает кишечник. Нам понадобятся семена льна и 1 стакан кефира либо теплого молока. Семена льна помогают вывести из организма токсины, холестерин. Пейте этот напиток вместо ужина. Он поможет вам на протяжении 3 дней сбросить 1 кг. Что произойдет, если пить каждый день чесночную воду? Первое, ваши почки станут более здоровыми. Ученые советуют съедать 3-4 зубчика чеснока каждый день или выпивать стакан чесночной воды каждое утро, чтобы защитить почки. Второе, ваша кровь станет более жидкой. Если вы страдаете от высокого кровяного давления и повышенного уровня холестерина, чесночная вода станет вашим спасением. Принимая чесночную воду, вы стабилизируете свое кровяное давление. Третье, ваш уровень сахара в крови будет под контролем. Сырой чеснок без труда понижает уровень глюкозы.